На канале Надюшка ТВ. Вот я сейчас прогуливаюсь. У нас пасмурно, прохладненько. На воскресенье вообще дождик обещают. Такая у нас погодка. Для вас видео. Извините, что вчера не было видео. Было лень снимать. Так что вот так. Сейчас я уже выйду. У нас открылся новый супермаркет Абсолют, и мы ходили с родителями, скуплялись, и уже идем домой. Как видите, ветерок утих, и сейчас скоро уже выйдем на площадку к магазину, где я люблю гулять на своей любимой площадке. Сейчас я уже буду подходить к площадке, и я вам покажу котяток, как они тоже подросли. Вот так у нас темно, как сказать, темно, пасмурно. Так что вот такая у нас сегодня погодка. Удалась. Если кто-то хочет обо мне знать больше, подписывайтесь на блог в Юпете. В Юпете или в Юпите. Я даже не знаю, как правильно говорить, так что ссылочка внизу. И сейчас я уже буду заходить на эту площадку, мою любимую, как вы узнали уже. И я вам покажу котяток. Да, я давно уже не показывала, где-то я показывала 9 дней, а им скоро не будет неделя. Так что сейчас я вам их покажу. Вот я уже, кстати, на площадке, ребят. Там качелька. И вот такая у нас погодка. Дерево. Там такой турничок, грибочек, колесики. И сейчас я пройду по этим колесикам. Вот так. Чоп, 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 чоп. Вот колесики у нас. Сейчас я вам покажу котят, как я обещала. Вот там шоколадка и котята, но они сейчас сиси сосут. Так что, извините, не могу вам показать. Они уже глазки, кстати, открыли. Вот там они. Вот я уже иду на своей улице. И скоро уже буду домой заходить. Если встретиться, я вам покажу кошку мою. Вы знаете, что Буся и Мася попадали в кадр, а вот Соня редко попадала. Только один раз в видео попала. Так что вот так. Сейчас я буду уже во двор заходить скоро. Вот здесь иду. Так что сейчас уже приду. Ладно, всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске. А сейчас уже буду заходить домой, кушать и заниматься своими делами. Так что всем пока. Пообещаю, может, сниму завтра видео. Еще не обещаю. Так что пока. Люблю вас и целую. Давайте нажмем лайк и подписочку внизу на красную кнопочку. Всем пока!